Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, помните, я показывал, как десятки ревью появляются на каких-то вот рейтинговых веб-сайтах, одновременно появляются десятки ревью про тест про, естественно, положительный очень. И я тогда сказал, что так не может случайно быть, понятно, что там привели, это, что эту толпу привели. И тут вот на Career Karma, это один из таких рейтинговых веб-сайтов, я увидел, значит, обзор, отзыв, который человек написал, и вот он тут, я выделил, да, в синем цвете вы видите, значит, я вам сразу по-русски, да, конечно, мы должны создавать отзывы во время урока, он там недовольный и пишет что-то, это фуфло все, но вот, вот эта часть меня заинтересовала, конечно, мы должны создавать отзывы во время урока преподаватель приводит, значит, людей, и они пишут, причем пишут они, если вы почитаете, что они пишут, они честно пишут, они говорят, я тут одну неделю, я тут две недели, мне в целом пока нравится, там, вот они такие, вот такие ревью они пишут, то есть это не люди, которые закончили, нашли работу или что-то, вот его толпу привели, они всего неделю проучились, легко манипулируемые люди, и вот они пишут эти самые, значит, ревью. Потом на другой платформе, вот такой рейтинговый, называется Trustpilot, я увидел еще одну жалобу, там вот, мол, плохая школа, все дела. И тут человек написал нечто, что мне показалось, ну, совсем лажей какой-то. Вот я вам тут по-русски сразу написал, да. Под конец студенты должны будут писать хорошие отзывы, чтобы получить бесплатно дополнительные встречи с менторами, чтобы убедиться, что они готовы к реальному интервью. Я думаю, ну, какой-то странный обмен. Понимаете, что такое? Ну, может, человек совсем не в себе. Мало ли бывает человек не в себе. Ну, бывает. И вот TestPro отвечает на тот комментарий, который я только что показал, отвечает так как бы разумно, да, логично, говорит, что мы не одобряем проплаченные отзывы, потому что нам нужна честная обратная связь, чтобы улучшить наши программы и лучше помогать студентам. А вот мне прислали кусочек из внутренней переписки, там внутри, да, администрация общается со студентами. Этот текст написан Денисом Платоновым, который вместе с Азатом, значит, я не помню, там, вот с этим Азатом, они являются двумя совладельцами компании. Совладелец компании, мой бывший выпускник, Денис Платонов, пишет, значит, в течение ограниченного времени мы предлагаем бесплатные, значит, встречи с менторами. Это 30 минут личного времени. Вы можете выбрать этого ментора и задать ему вопросы и так далее. Все, что мы вас спрашиваем сделать, вот видите синеньким, да, это написать, значит, отзывы на Фейсбуке и на Гугле. Это выгодно всем, говорят они, да, потому что мы помогаем вам, вы помогаете нам. Значит, первое, вы пишете комментарий, так, с вашим опытом на текущий момент, значит, можете один и тот же писать на разных платформах, значит, присылаете нам подтверждение того, что вы это сделали, вот там формочку заполните, да, и так далее. Значит, написано hint, подсказка, как бы, да, они говорят, если вы оставите несколько отзывов, используя разные аккаунты, мы вам, соответственно, значит, дадим больше этих самых встреч с менторами. Вот, оказывается, чего получилось-то, то есть парень-то не врал, мы-то думали, что парень врет. Нет, он правду говорит, врет, ну, это TestPro, кто там эти отзывы пишет, может быть, это самый Азат Закуянов, или там, может быть, сам Денис Платонов, или, может, наемный какой человек, я не знаю. Но вот они врут, что якобы им нужны какие-то честные отзывы. Они готовы и на Фейсбуке, и на Гугле, чтобы люди с разных аккаунтов писали побольше, побольше, побольше этих самых, значит, отзывов. Ну, естественно, вы не можете написать там, скажем, два плохих отзыва или пять, и прийти и сказать, что вам что-то за это дали. Все понимают, как бы, да, но они пишут хорошие, как могут, пишут хорошие. В написание отзывов, друзья, TestPro вовлекает не только студентов в обмен там на что-нибудь, но своих сотрудников. Вот справа вы видите в LinkedIn господин Артем Погосов, значит, который является Chief Executive Officer, да, то есть как бы самый главный исполнительный директор TestPro. Вот он пишет, значит, какой-то там комментарий, самые лучшие буткамп и так далее, а сейчас мы дальше немножко поглядим, что происходит. Вот мы уже на Гугле, друзья, и смотрим, что вот этот господин Погосов, исполнительный директор, пишет, что это лучший буткамп на рынке, инструктора знают, что они преподают, и менторы там шикарные.
что пишет ему этот самый Закуанов. Я подозреваю, что это он. А может быть, не он. Значит, привет. Мы очень рады, что учиться, что учеба в тест-про в школе оставила такое положительное впечатление, произвело на вас. Я просто с листа читаю. Мы будем продолжать, значит, радовать, так сказать, нашим сервисом студентов, да, фактически, вот такая история. Студент, оказывается, Артем Погосов-то, не, вовсе даже не исполнительный директор. А это, друзья, комментарии на моем YouTube-канале. Видите, я такую гримасу сделал. Гримаса относится к тому, что вот фуфло этот тест-про, и, в общем... Ну и там пишет комментарий некая Алсу Закуанова. Алсу. Может, первая жена, я не знаю, сколько у него их было, а может, сестра. Будем считать, что это его сестра. Вот эта сестра пишет там нашей зрительнице, что я работаю в тест-про. У меня есть официальный сертификат ISTQB. Мы-то думали, что американская школа, и у них тут какие-то там ISTQB, а это, оказывается, в Татарстане все. Хорошо, в Татарстане. Могу показать вам сертификат, сложный международный тест там, и так далее. Итак. Алсу Закуанова работает в тест-про и является, видимо, очень близкой родственницей Азата. Я ее спрашиваю, вот вы видите, я какую работу вы выполняете, сколько часов в неделю, почему вы, будучи сотрудником, оставляете в Гугле, нарушая отзывы, нарушая правила платформы, в каком родстве вы состоите с Азатом, что вы себе думаете? Она тут же слилась. Но я, поскольку копию сделал, картиночку, да, она у меня есть. Идем дальше. Вот Алсу Закуанова оставляет отклик на Гугле. Вообще всего одно ревью у нее за всю историю. То есть она специально пришла, чтобы написать одно единственное ревью. Вот ее позвали. Он ее позвал. Ну что же это, сестру-то, сеструху не позвать, тем более она сотрудница уже. Пусть идет и пишет, правильно? Она говорит, тест-про – это прекрасный буткамп. И все, кто тут работает, это профессионалы. Я уверена, она уверена в том, что качество знаний, которые получают студенты, значит, высокая. Ну, она не знает точно, но уверена. Значит, не верьте людям, которые оставляют негативные отзывы. Они никогда у нас не учились. Ну, конечно, никто их за руку не привел, правильно? Они просто смотрели видео Михаила Портнова, который конкурент тест-про. Вот, и, значит, так сказать, идут у него на поводу. Значит, Михаил Портнов сказал, что у них нет лицензии, при том, что они говорят, что она есть. И они, кстати, перестали, убрали с веб-сайта и так далее. Я им помог, на самом деле, да, вот, что же они идиотами себя выставляли. Я сказал много всякой правды. Я и сейчас говорю абсолютную правду, подтверждаю своими словами. Алсу Закуанова является сотрудницей тест-про, мы с вами видели, и она нарушает правила платформы, она не имеет права здесь ничего писать и так далее. Значит, идем дальше. И вот братан, как бы, да, Азат, мы так понимаем, что это он пишет, отвечает, owner, да, владелец, он отвечает сестре своей, он говорит, эй, мы очень признательны за ваш позитивный отклик на наш учебный процесс, это поможет нам быть лучшей компанией и вдохновляет нашу команду продолжать расти и развивать нашу школу, спасибо за ваше детальное описание вашего опыта, такие ревью очень аккуратно показывают наш учебный процесс в тест-про, и другие люди, значит, выбирают учиться с нами, и, конечно, на лжи, я как бы понимаю, значит, но вы представьте себе, брат пишет сестре вот эту вещь, да, какого уровня низости, как, вот эти люди, какого плинтуса нравственного они не пробили, да, чтобы вот этим вот дерьмом собачьим заниматься. Идем дальше. According to some of the leading educational platforms, again, you can look all this up yourself, TestPro is ranked extremely high amongst the experts. Our average rating on course report is 4.7 out of 5. SwitchUp is 4.72 out of 5. Career Karma is 4.8 out of 5. Again, you can research all this. And Course Report actually had us as the best QA testing bootcamp for 2022. So we are very proud of all of that. And our students say the same thing. Давайте я, друзья, еще разочек поясню, что он сказал. Он сказал, что вот эти места, куда стаскивают своих студентов
за плату или просто по дурости тест про, чтобы они оставляли рейтинги свои, отзывы, что эти места дают экспертную оценку. Да? Тест про занимает чрезвычайно высокое место среди экспертов. Оказывается, кто-то сравнивает тест про с другими буткампами. Наш средний рейтинг, это среди экспертов, да, понимаете, на Course Report это 4,7 из 5, на Switch Up это 4,72 из 5, Career Karma это 4,8 из 5, понимаете, да, эксперты, о, блин, эксперты. Опять же, вы можете найти все это сами, мы найдем, мы нашли, и в Course Report мы были признаны лучшим буткампом по тестированию на 2022 год. Значит, понимаете, да, как эксперты оценили? Эксперты признали их лучшим, сравнили с другими и признали их лучшим. Вот. Так что мы очень гордимся всем этим. И наши студенты говорят то же самое. Там дальше показывают какие-то, значит, отзывы и так далее. Мы знаем, откуда берутся эти отзывы. Мы знаем, откуда берется вся эта ложь. О том, что у них есть лицензия, о том, что они якобы, хотя это неправда, значит, признаны там этим ISTQB, и вот, вот это все, и 91% там у них якобы трудоустройство, зачем им тогда вообще реклама нужна, мы не знаем. Короче, вот это вся, я не знаю другого слова, вот эта блевотина вся, она сделана для того, чтобы развести лоха. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, какого уровня нравственного падения должны были достичь вот эти люди все. Это и Закуянов, и Платонов, и вот этот вот американец, который аж светится от своей лжи беспардонной. Понимаете? Вот эти люди, как они относятся к студентам, к людям и так далее. Вот подумайте об этом, просто чтобы вы знали.